Джеймс Бонд заговорил на казахском. 24-й фильм про британского агента перевели на государственный язык. Предпоказ нашумевшего блокбастера прошел в Астане. Первыми очередную серию «Бондианы» смогли увидеть известные казахстанцы, депутаты, блогеры, общественники и воспитанники детских домов. О, кайда кетти? Казыр келем. Фильм о Джеймс Бонде 007 «Спектр» стал 12-й картиной, дублированной на казахский язык за последние 5 лет. А в этом году это уже 3-я кинопремьера на госязыке. Впервые за всю историю дубляжа фильм озвучен в рекордный недельный срок. Говорили за известных Дэниела Крейга и Монику Белуччи казахстанские актеры, участники прошлых проектов по дубляжу. Одна из них – Шахназа Кызыханова, студентка 4-го курса Академии искусств. В прошлом году она уже озвучивала Золушку. В «Бондиане» ее голосом говорит героиня Мадлен Суон. Признается, было очень нелегко. Я другой человек внутренний, а она по характеру совсем не другая. Перевоплотиться в ее сущность мне было сложно удалось. Мне пришлось немножко потрудиться, но, думаю, у меня получилось создать ее образ, донести до зрителя. И ее характер.